И всем привет, дорогие друзья, с вами я, DrillTV. В сегодняшнем видеоролике я полностью пройду весь пиратский ивент. Это уже вторая часть нашего прохождения, и это уже последняя часть нашего прохождения. В прошлой части я прошел только два задания, но в этой части я пройду все оставшиеся 8 заданий. Покажу, какие задания вас ждут, что в них нужно делать, что нужно отвечать, потому что задания там реально есть достаточно сложные. Но я вам покажу, как их пройти, поэтому вам станет в разы легче. Дальше, вот как вы видите, я остановился на третьем задании, и где нам нужно было скрафтить трос. А для этого нам нужно было 2000 ниток. В прошлой части я набрал 2000 ниток, но крафт вышел неудачный. Надеюсь, в этот раз у нас все получится по-другому. Поэтому сейчас я отправляюсь на поиски ниток, а именно автобазар и другие общественные места. На самом-то деле, с каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой после ивента нитки становятся все дороже и дороже. И их найти становится все сложнее и сложнее. А некоторые люди сделали на этом очень хороший бизнес. Потому что в первые часы ивента закупили очень большое количество ниток и теперь их продают очень дорого люди скупают либо нитки либо же дешевые аксессуары которые потом разбирают в нитки и честно говоря что дешевых аксессуаров что ниток на сервере остается все меньше и меньше и люди продают лично у меня за одну нитку целых 10 тысяч а это реально достаточно дорого и вот я второй раз уже смог собрать 2000 ниток и сейчас будет мой второй крафт но ребят в этот раз я все-таки решил потратить донат и купить камень крафта да который делает Шанс 100% То есть вы 100% скрафтите свой предмет Но мне пришлось потратить донат Но как же без доната тоже это все Скрафтить, точнее как увеличить шанс На самом то деле вы можете просто купить В доме верстак за игровую валюту Он увеличивает шанс и уменьшает время крафта А также получить випку Которая тоже увеличивает шанс и уменьшает Время крафта, чтобы получить випку Просто вводите промокод Real, Получаете гелик, 30 тысяч, а также Випку, тем временем у нас успешно Скрафтился канат для пиратов и мы выполняем это задание дальше просто подходим к пирату его сдаем он нам говорит твой трос повод поднять веселого роджера сегодня посети меня как будет время есть задачка для твоего мозга поэтому ребят мы просто забираем 10 тысяч пиастр и ждем когда следующее задание будет доступно Моментально переходим к четвертому заданию. Экипаж корабля любит поиздеваться над своим капитаном на суше. Сейчас вот шляпу спрятали, оставили только подсказку. И у нас высвечивается вот такая вот задача. Летучий голландец, было несколько матросов. Кок, капитан с одной ногой и несколько кошек. У всего экипажа вместе взятого 41 нога и 15 голов. И что же тут отвечать? На самом-то деле все просто. Вариант, ребят, 6. Просто отвечайте 6 и это правильный вариант. Вы выполнили задание богатым быть у моря жить. И теперь, ребят, это задание сдаем. Разгадал верно, ты золото. И получаем 5000 пиастр. И следующее задание это у нас тоже, ребят, задача. И что же отвечать в ней? На самом-то деле, тут тоже, в принципе, ничего трудного. Ваша задача выбрать вариант 9, и это последняя задача, которая будет в этом ивенте. А следующие здания уже не такие быстрые. Совсем недалеко пришвартовалась еще одно судно. Нужно будет помочь моему знакомому. Только не за даром. Смекаешь? Да, это Джек Воробей. Ой, извините, капитан Джек Воробей. Отправляйся к нему и помоги загрузить сокровища на корабль. Давайте же посмотрим, где находится тот самый корабль. А он находится прямо напротив. Там, то есть, будет еще один корабль стоять. И там ждет наш задание. Как и было сказано, тут нас ждет вот такой вот корабль, но теперь тут нас ждет капитан Джек Воробей. Подходим к нему, вижу, тебя послал капитан Тернер, я ему доверяю. Тут стоят рядом контейнера, нужно разгрузить из них 15 сундуков. Ну что ж, ребят, звучит это как бы максимально легко, но надеюсь, тут никакого подвоха нету. Просто ли разгрузить нам надо будет, или же какие-то еще приколы. Главное, чтобы не было никакого крафта, ребят, потому что после того, как я слил 2000 ниток, меня подобные задания просто выводят из себя, и надеюсь, Надеюсь, подобные задания впереди нас больше ждать не будут. Но на самом-то деле ивент достаточно прикольный тем, что ты не знаешь, какое задание будет следующее. Потому что если мы возьмем тот же зомби-ивент, то мы можем увидеть, то, что вот нам нужно будет искать зомби, нам нужно будет развозить там всякие суки по домам. То есть мы уже сразу видим, какие у нас задания есть, и тем более мы их можем пропустить, их было не обязательно выполнять. Но в этом ивенте, чтобы дойти до самого конца, нам нужно выполнить абсолютно каждое действие, и задания реально могут быть сложные. Я нашел только до половины, а впереди у нас еще как бы примерно 5 заданий. И это достаточно сложно. И сейчас, если что, время, ребят, у меня час ночи. И во сколько я управлюсь, это еще, конечно же, вопрос. Ну ладно, ребят, работаем, относим ящики и получаем награду. Доносим последний ящик, и вы выполнили задание Бери все и не отдавай ничего. И теперь снова нужно это задание сдать. Если что, ребят, это относится к абсолютно всем заданиям. Вы выполнили, вам нужно будет снова подойти к капитану, и только после этого вы получите награду. Молодцом, быстро ты, в общем, мы ведь скоро отплываем. Нас тут почти ничего уже не держит. Как видите, ребят, уже мы подходим к концу. И за это здание мы лутаем 10 тысяч пиастов. Снова подходим к нашему капитану. Знаешь, я пусть и командир корабля, но даже у меня есть начальник. Как думаешь, кто это? Ну ты ведь умный, как морская грамота, должен понимать. Ладно, дам подсказку, ответ зашифрован в этом ребусе. И тут у нас вот такой вот ребус. Соедини пиратские шляпы по порядку от самой маленькой к самой большой. Какое слово получилось? Я не буду тратить много времени, потому что я уже знаю, какое тут слово. И сейчас вы его тоже Узнайте, а у нас слово будет полка. Это у нас получается К, и вот тут А. Да, вы выполнили задание «Морская грамота». Отлично, ребят, задание было очень легкое. Мне очень нравится задание, где никуда не надо ехать. Тут просто ответил на вопрос. Конечно, он может быть очень сложный, но если подумать, ответ ты найдешь. И после чего задание успешно выполняется, и мы получаем свои 5000 пиастер. 15 минут прошло, снова можем брать задание. Поможем людям трясти костями в баре. Помнишь бочки, которые доставал из корабля? Так вот, сейчас нужно будет пригнать какую-нибудь свою машину к нам, загрузиться и отправиться раз развозить по различным предприятиям, а потом вернуться назад. Окей, задание принимаем, у нас ставится метка на карте, на которой мы должны добраться. И вроде бы больше ничего не сказано. Как только мы подходим к метке, у нас сразу же появляется следующая метка. Короче, ребят, я понял, что это задание. И, кстати, смотрите, я пытался найти сундук, а он оказался уже открыт. Данное задание заключается в том, что вам просто нужно будет ездить по разным бизнесам и вот так вот вставать на метку. Это задание было во всех ивентах, только если в прошлых ивентах вам нужно было ездить по домам, то сейчас нужно ездить по бизнесам. И задание успешно выполняется. Мы должны это задание, конечно же, сдать. И тут я получаю вот такую информацию. Совсем скоро нам нужно будет сняться с якоря, покинуть здешние земли. Отдохни хорошенько и возвращайся назад ко мне. У меня для тебя осталось финальное задание, ребят. Финальное задание! Ура! Просто мы наконец-то подходим к финалу. И скорее всего, следующее задание это у нас последнее. Да, я не ошибся. Через 14 минут я смогу пройти последнее задание. Подходим к капитану, чтобы получить финальные задания. Ну что же, приключение было интересным, позволь тогда перед отплывом дать небольшое наставление. Есть только один флаг, и он такой же черный, как наши сердца. На вашем гражданском будь верен своим идеалам. Чуть не забыл, смотри, на твоей карте есть три сундука, и только в одном из них будет сокровище. Найдешь, бренчить золотишком будет. Только имей в виду, в день ты можешь исследовать только один сундук. Окей, ребят, как я понял, сейчас нам нужно будет искать клад. Честно говоря, я очень боялся этого здания, потому что мне кажется, то, что мне не повезет, и я ничего найти не смогу. Отправляйтесь на точку, предварительно созданную для поиска кладов. Окей, вот у нас есть тут такая вот точка, прям в элитном поселке, как раз там, где я живу. Окей, давайте мы туда отправимся, но, ребят, нам нужен металлоискатель. У меня его тут нету, но, ребят, он есть у меня на почте. Объясняю откуда, когда я брал себе статус, который скорачивает время ожидания миссий, то мне Дался вот такой вот металлоискатель. Но, если вы тот, ту випку не брали, то вам нужно 50 железа и снова делать крафт. Окей, ребят, тогда я еду на почту и забираю тот самый металлоискатель. А после чего, ребят, мы отправляемся на точку поиска кладов. Как только я начал подъезжать и зашел в зону поиска сундука с сокровищами, у меня сразу появился какой-то звук, типа пип-пип-пип. И таким образом, по идее, я сейчас должен найти клад. И там написано то, что звук поможет и приведет вас к кладу. Честно говоря, я не знаю, каким образом он это сделает, потому что пока что я ничего не понимаю. Где-то просто пип-пип, где-то медленнее, я не понимаю, но сейчас буду ходить и осматривать как это все находится надеюсь я с этим заданием справлюсь быстро сейчас у меня 3 часа ночи и 1 минута посмотрим во сколько я смогу найти тот самый клад ну а пока я начинаю свои поиски не понимаю каким образом но я нашел сундук с драгоценностями сейчас 3 часа 15 минут то есть я справился буквально за 15 минут вот я вот тут нахожусь и прямо сейчас давайте же откроем тот самый сундук у вас три ключа нажимаем открыть к сожалению, сундук оказался пустым. Чего? Капец, ребят, походу я сейчас опять буду искать сундук, потому что этот у нас оказался пустой. После этого подхожу, ребят, к капитану, и он нам говорит, вы уже выполняете задание золотишка. Но он мне дал теперь новую метку, куда я должен отправиться. Давайте туда поедем. Заезжаем в зону поиска сокровища, катаемся и пытаемся найти тот самый клад. У меня тут все пиликает, пиликает, и давайте же вам расскажу все-таки, какая суть, как нужно найти. Смотрите, как только вы заходите в зону кладов, если пикает часто, это значит клад близко. Если просто там пик, потом пауза, снова пик, то это значит клад еще далеко. Просто ищите, где он очень быстро вот так пи 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 пи, -пи пиликает, и вот там в той местности пытаетесь ходить. Но пытайтесь прям кругами ходить, не то, что вы там прошли и все. Ходите, ходите кругами, и тогда у вас все получится. Этот у меня поиск клада оказался еще дольше, чем прошлый, но все-таки, ребят, я смог найти тот самый клад. Вот он, заветный сундук с драгоценностями, и я надеюсь, в этот раз он будет не пустой, потому что я не хочу снова заниматься поисками. И поэтому, ребят, нажимаем открыть, и квестовая линия завершена. Поздравляем, вам было добавлено 130 тысяч. 000... Пиастер. И это, скорее всего, финальная награда. Блин, как же я рад вот этой табличке, то, что квестовая линия завершена. Сейчас у меня 3 ночи и 30 минут, и я, наконец-то, данный квест прошел. Буду, ребят, вам очень сильно благодарен, если вы поддержите этот видос лайком, потому что реально это было очень сложно, и надеюсь, я этим как-то вам помог. Там сказал ответы на задачи и так далее. Надеюсь, это все вам пригодится, и вы тоже сможете пройти данный ивент. Дальше давайте подведем итоги, что же мы можем получить. Какие награды? Как видите, вот Карта, и я все прошел, то есть, абсолютно все. Сундук со второго раза, конечно же, но все же я абсолютно все прошел. Крафт я не особо хочу делать, хотя этот скин прикольный, но тут надо 3000 ниток, и монеты, и куча всего. Это жесть, и смотрим, у нас 248 тысяч, но, ребят, что же мы можем получить? Какие-то скинчики можем получить. Но, блин, ребят, скины-то скины, но мы не можем даже получить никакую машинку, потому что даже самая дешевая BMW E38 стоит 680 тысяч пиастер, а самое дорогое вообще один лям, вы прикиньте, а не, это не самое дорогое, самое дорогое лям 200, это просто жесть, ребят. Ну, а с вами был я, Дрил ТВ, мы увидимся с вами совсем скоро в новом видеоролике, всем удачи и всем пока!